Ну что, всем привет. Приехали мы сегодня на рыбалку. Как всегда, далеко от города. Как можно дальше уехали. Сейчас я уже разложился. Дорогу особо не снимал. Утром ехали, очень холодно, ветер очень сильный. Дорога испортилась в эти места. Вообще ужасная стала, пухляк. Ну, то есть машина в пыли тонет. Полностью едешь, всю машину пылью обдает. Сейчас покажу. Уделал, короче. Вода сильно ушла, ну и плюс еще погода, холодно уже становится, поэтому неизвестно, какая рыба сейчас здесь будет клевать, в принципе. Основной упор делаем на хищника, жерех, судак. Ну и закидушки также будем ставить. Кукурузу сварил, подготовил. Посмотрим, что на нее будет клевать и будет ли вообще клевать. Так что пока что неизвестно, потому что в этих местах осенью вообще я здесь впервые, поэтому не знаю, что здесь сейчас может в принципе клевать, потому что недавно я ездил вверха, в прошлом году там было очень много малька в это время, и рыбы очень много водилось, клевало хорошо, теперь там просто пусто, ни малька, ни крупной рыбы, ни хищной, никакой, поэтому как бы теперь посмотрим здесь. Для этого в принципе и специально уехали подальше от города и от тех мест, где я обычно рыбачу. Все, машина готова, разложена. Вот так вот я все уделал в пыль здесь, всю машину. Полностью вот так вот обдавало пылью. Сейчас ехал, когда кто-то у меня спрашивал, как я здесь сплю в машине. Вот так, в принципе, двухметровый человек здесь спокойно влезет, не проблема. Ну, вот такая вот красота. И вот такая вот красота. Вот здесь у меня кукуруза готова. Все, соберу также донки, поставлю. Сейчас лодку накачаем, моторку, и поплывем искать жереха на свалы, на какие-то еще куда-то, может быть, поставухи поставим. В общем, будет видно, чем займемся мы на этой рыбалке. А вам приятного просмотра. Что, в общем, собрались, лодку накачали, все. Сейчас поедем на жереха охотиться. Ну и на судака чуть попозже к вечеру. Так, все. Заводи, Абдулла. Блин, что такое? Куда уперлись? Мотором угнать. Все, пойдем, короче, жереха пробовать искать на всякие свалы, перекаты и так далее. Мотаешься.
Смотри, троллинга пройти. Еще бы ветром не сносило Ратлин, я бы покидал с удовольствием. О, видишь, что творится. Ямка классная получилась. Дэн приобрел вот такую печку прикольную. На солярке работает от аккумулятора. Тема. И сюда труба идет, и с нее горячий воздух. 6 утра, минус 6. Да, конечно, наверное, все обморозилось. Зеркало. Неожиданный холод. Вообще по прогнозу, ну, там должен был быть минус 2, минус 3, но часа 4 было минус 7. Это, конечно, блин, интересно, нарвались на погоду. Ну что, утро? Ну как утро? Я надеюсь, что вы понимаете, что уже давно не утро. Ну, а раньше вставать и идти что-то делать, это просто нереально. Ночь была реально зимней. Но теперь уже все тепло, более-менее. Небо чистое абсолютно, красота вот такая вокруг. Теперь уже можно пойти и порыбачить. Почему бы и нет? Пойдем. Проснулась идея все-таки поставить пару закидушек. Думаю, наверное, это сделать вот здесь. Не знаю, конечно, смысла, может быть, в этом особо сейчас нет, но кто его знает. Вообще, по такой температуре в этих местах уже не должно быть какой-то рыбалки
нормальный, именно на такую рыбу, как сазан, да, амур. Но я попробую, почему бы нет, кто знает. Пойдем. Как бы в воду не уехать прям. Ой, ё-моё. Второй. Вот здесь. Да, конечно, здесь мелковато стало. Мелковато. Течение при этом чуть сильнее здесь стало возле берега, чем было. В общем, на данной рыбалке, сразу скажу заранее, я на эти снасти так ничего и не поймал. Хотя бывало, в какие-то годы, именно в такую погоду, именно в это время года, мне удавалось на донке ловить сазана. И даже амура, но не в этот раз. Вон как речка обмельчала. Не можем дорогу найти, чтобы вверх проплыть. Везде отмели. Вот такие везде. Или просто кажется так, что по течению идет. Вот смотри, за ним еще один. О, ага. Два поймал. Подожди. Сейчас надо было предупреждать. Сейчас я погуляю, а ты рядом еще ратлин там по этого. А, он прям рядом, да, с ним идет. Ой, блин. Не, уже второго нет. Уже свалил. Ба, блин, ну... Я ж тебе говорил, серебро сила. О, какой, смотри, мощный. Ништяк. Вот нас сейчас и поставит на якорь. Ага. Блин, вот классное место, слушай. Вон там вон. Глубина есть. А, вон, смотри, здесь и малек вон ходит. Сомики. Вот
Ну, вот здесь, видать, стоит несколько штучек. Мелкий тоже. Ну, такой более-менее. О, есть. Ага. Вот они вот здесь на этом перекате. Надо не подходить туда близко. О, смотри, еще один за ним плывет. Такая же фигня. Оп. Че, оставим или че? Отпустим. Надо за щипцами идти. Ага. Ну вот, начался ветер мощный. Возможно, это конец клёва. Кстати, вот вчера ветер был мощный, и клёва не было нифига. Ну, жерех мелкий. В принципе, есть он вот здесь, но мелкий. Сейчас поплывем дальше искать. Сплавляться будем и смотреть, что где есть. Я бы даже здесь на якорь, наверное, встал бы. Покрупнее, да, вроде бы? Еле зацепился. Что, заберем? Нет? Смотри. За килушку. Запарил, в лодке прыгает. Вот я на нем и поймал. Ух ты! Ушел. Даже не успел посмотреть, кто там был. Ты не видел? А, у меня перепутался. Ударил. Че, мелкий? О, нормальный. Есть. Угу. Вот они где стоят. Что-то я походу более-менее крупного взял. Вот оно. Нашли мы и скатались. А мы вчера что были, вчера просто не клевый день здесь. Надо смотреть.
Помоги отцепить, а? Сейчас, а то он сейчас как начнет прыгать. Так, здесь мелко. Стоп. Здесь надо на веслах уже. Решили с берега обкидать это местечко, где жерех стоит. Массово. Сейчас посмотрим. Есть. Говорю же, его здесь много стоит. Даже не буду подходить туда. Плетенка тоненькая, поэтому боюсь таскать его так в нагляк. Так, первый пошел. Ну где ты ходишь? Каждый заброс. Я же говорю, главное найти такое место. Главное найти рабочую приманку. Вот для этого мы здесь, в общем, в этот раз. Чё? Такой нормальный. Ой. Он тебя заглотил. Каждый заброс жерех, вот о чем я мечтал. Вот этого я хотел. Этого я ждал целый год. О, нормальный, смотри. А, или что, или мелкий тоже. Да? Сейчас посмотрим, как он там заглотил. О. Закончился? Или просто у тебя приманка не та? Ты неправильную проводку просто делаешь. Вот это крупный. Думаешь? Ага. Палка, ой. Вот сейчас я не поймал, потому что у меня ратлин перепутался. Спишем на это.
Поймал? Не верю. Докажи. Куда ты кидал? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну сам же сказал на камыше. Че, большой что ли? Ага, крупный. Ну как крупный? Не такой, что прям гигант, но пойдет. Ой-ой-ой, красиво, красиво. Ну-ка, да, я тоже там же цепану. За ним, может, еще кто идет. Как всегда. Ух ты! Что это было? Нет, что-то у меня ложный выстрел. О, килограмм. В это время вот так жерех и должен ловиться. Его находишь, стаю, и начинается раздача. Но чтобы ее найти, надо, конечно, потрудиться, потому что в самых таких вроде бы жереховых местах пусто почему-то. Уже сколько плаваем, только одно место такое нашли. Ну и в одном у нас тоже штучки 3-4 клевало. Ну что, посмотрим. О, кто-то клевал. О, догнал. Сейчас, наверное, опять будет каждый заброс жерех. Блин, хорошо сопротивляется. Крупный, что ли? Да, хороший. Нет, как забагрил. Я ловлю только честно. О, хороший, смотри какой. Кабаняра. Привет твоим подписчикам. Блин. Он по самой поверхности идет. Я бы на поппер здесь попробовал половить. Интересные будут поклевки. Эй, не шугай рыбу. Отойди оттуда. у тебя мелкий. Ты не рыбак. Ай, перепутался. А он, я даже вижу их, как они там ходят. Видно, видно там движение. Стоит, видать, стайка. О, как ударил сильно, слушай. Аж на бах. Чуть спиннинг из рук не вытащил. Ничего себе. Вот это был удар. Вот это я понимаю. Фу, аж наиспугался. Видел, каких я кабанов таскаю? Желтенький. Ну чё, с тебя копченый жерех. Смотри, этот желтый, а этот светлый.
Да блин, что ж такое? Что, поменял, да, приманку? Лимон видно всегда. А? Видео так и назову. Каждый заброс рыба. Не, мелкий он по сравнению с теми. Я же тебе говорю, я его оттуда вытащил, с той стороны течения. Он прибежал. Ничего, я себе малек. Кило 300. Вот кило. Он какой-то худой. Я ж тебе говорю, они там за течением плескаются. Вот я туда кинул, а оттуда. Идем, идем, подожди, азарт взял рыбацкий. Быстро летает. Судачок. Что так тянет? А сидит уже. Он был носит. Идет, идет, идет. Этот что-то вообще маленький. Мелкий. Малек больше, чем он. Маленький. Заглотил, да? Да, по-любому. Тут уже без шансов. В желудок ушла. Хана судочку. Что тут, что тут? Рыба? Кило на два как выйти. Ох, что-то там. Или жерет? Жерет. Ага, что-то тянет. Судак-то не мелкий. Думаешь? Жерех, жерех. Судак так не идет обычно. Утром, да, клюнул? Не, ну а что? Твоя любимая рыба, да? Чё, чё-то? Рыбка? Стой. Спасём. Да, блин. Лови, 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 лови. Лови, чурик. Лови. Уйдет. Он уже и так на крючке устал. Ой, ё-моё. Устал. Ныряй.
за рыбкой. Полную лодку уже песка накидали. Давай к кусту. Да ладно. Никого. Да не может быть. Что, всего переловили, что ли? Не знаю, как стадо. Пока только один. Прикиньте, для нас это уже маленький. Блин. Смотри, какой мощный именно. О, в голове только крючок остался. Маленький. Смотри, а пузо пустое. Малька мало, что ли? Ага. Играет на публику. Они, короче, как космастер работают. Пойди, на снос. Редхед. Народе и там пока. Red Hot Chili Peppers. Голову убил, махнул не попал. Я тебя отпущу, честно слово. Есть. Они там стоят теперь. Вся толпа. Ага. Там
Ух ты, блин, смотри, не хочет подниматься. Да ну нафиг, смотри, не идет. Ну куда ты на бревно, блин, сейчас еще зацепись там, возьми. Хороший, кстати. Был. Был, да. Да, это так кажется. Я тоже сейчас тащил, мне показалось, там монстр. В общем, в этот день мы нашли, где стоит огромная стая жереха, и в следующей серии я вам покажу, как мы его там ловили. Скажу наперед, в следующей серии вы увидите, как я поставил личный рекорд по количеству удачных забросов, совершенных подряд. Я пока точно не считал, сколько жерехов я поймал подряд на каждом забросе. Думаю, в следующем видео мы как раз таки вместе с вами посчитаем, сколько мне удалось сделать таких удачных забросов. Ну а на этом пока что все. Всем удачных рыбалок. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.